Здравствуйте, это канал Максим Адзе, и снова вместе с Андреем мы забабахаем новый этот летсплей. Летсплей, модный летсплей. Нет, этот сундук я, пожалуй... Ладно, я его возьму пока, короче, и посмотрю, есть ли у меня золото. Если есть золото, я, значит, из него сделаю золотой сундук. Если нет... Нет, золота не хватает одной штучки. Ладно, придется, значит, тебе отдавать этот сундук по условиям. Где ты? Я пока пытаюсь начать строить дом. Короче, я тут оставлю этот сундук, потом заберешь самого. Где ты его оставишь? На земле лежит. А, ты его на земле. Так, я лучше не буду трогать, а то они убьют меня. Боже, это самое сложное, что есть вот сейчас, чтобы простраивать его. Так, а я продолжу делать кое-что другое. Да как же тебе, блин, беда. Да ну. Как же, блин, это сделать-то было красивее? Что ж ты будешь делать-то, а? Как-то надо... Макс, помогай. Да что еще? Я только по своим делам отойду, все. Тебе сразу же помощь нужна, блин. Что надо получать, сделать? Блин. Давай, что надо сделать? Сейчас не надо ничего. Да ёп! Сейчас меня... Не матерись. Я не матерился сейчас. Я только отойду, дойду до тебя, тебе уже не надо ничего. Ну, блин. Ай, я упал. Ну, поздравляю тебя с этим. Ага. Так, ладно, бежим. Ставить, чтобы запустить карьер для добычи ресурсов. Для добычи офигенных ресурсов, да. Зато может быть здесь какой-то терраформинг за бабах крутецкий. Все. Сейчас пойдем запускать с тобой карьер. Так, хлебушек. Это вот так, это вот так. Че, карьер у тебя там готов к запуску или как? Да, все, можно запускать. Сейчас его. Иду. Я запущу, ладно. Так, все. Так, все, температура в норме, все нормально. 5 минут пойдет нормальный. Отлично, карьер у нас работает. Давайте осмотрим, покажем зрителям станцию твою. Там внизу идет сбор ресурсов. Так, здесь у нас, короче, вода, добывает карьер. Которая служит бесконечным источником. Здесь находятся цистерны с нефтью, а в эти сундуки поступают ресурсы, которые добывает наш карьер. Вот так вот это наше устройство работает. Точнее, как наше? Его, он его один создавал, я толком ресурсы ему подносил немного и делал. Да, снег почти полностью растаял, остался вот этот снежочек, я его разломаю и все, больше нету снега. Наступила весна, хотя она больше на лето похожа. Ладно, наконец-то можно к своим делам вернуться. Подвальным. Подвальным. Подземным. Землеройка. Я пока это... забыл. Как сказать, леса, как ты их называешь, отстраиваю тут. А, из земли. Молодец. Потому что мне сейчас надо будет крышу делать. Так, все. Эх, ну что, понеслась? Так. Жалко, в этой версии еще нету пока этих люков из разных древесин, из разных. Не переживай. Есть только один пока версию. Вариант. Это обычный деревянный люк. Железный люк-то есть, а вот версию. Из разных видов дерева пока нет. Он зачем этот факел поставил? Так. Он тут не нужен. Есть, блин, две ступеньки. Фиг с ними, ладно.
Тут нет солнца. О, тут еще есть. Вообще балдеж. Уголь. Шикарно. Есть. Собираем уголь немедленно. И, ага, помимо угля тут еще и железка есть, ничего себе. Ой, слишком близко. Так, отлично, все, больше они тут ресурсов нету. Заделываем это все назад теперь. Так. Не так. Опять просчитался я. Вот сюда. И вот сюда надо. О, сейчас должно все сойтись будет. Я, короче, что-то видел недавно в ТикТоке на Ютубе видео, где майнкрафтеры вот так вот землю под себя ставят очень быстро, или любые блоки отстраиваются в длину очень быстро блоками. О, все, великолепие просто, это великолепно. Два стака ушло. Упал. Чего ты там забыл у меня в подвале? Макс? Да ничего особенного. Чего ты шаришься здесь? Да убери ты это нафиг отсюда. Я здесь буду сундуки ставить везде. Еще. Еще пока не здесь, это будет в этом доме. У меня... Ты потом бы спросил, ну, бы, ты даешь. Я думал, ты спасибо скажешь. Позже это будем ставить туда, не переживай ты так. Так. Великолепно. Ура. Хотя люк, конечно, стоит некрасиво. Главное сейчас не свалиться опять. Ай, упал. Ты бы туда спустился, что ли, посмотрел, что там. Там проход, по-любому. Да. Так, вот так. Да. Я с прошлой серии копал ход в свой дом от тебя. Кошмар. И нафига? Ну, не знаю. Чтобы можно было попасть тебе домой, не выходя из дома. Зачем это? Я сам не знаю. А, кстати, раз уж лето наступило, ну как лето, весна может быть. Может тут, может наконец-то расти, что будет. О, кстати, давай посадим. Я морковку посажу здесь. И ферму, надо и ферму у себя сделаю. Земли надо бы только побольше немного сюда заложить. Закладываю землю чуть-чуть побольше. Надо будет создать теплицу. Я даже уже нарисовал, где она будет у меня. Красавчик, поздравляю. По-моему. О, первый поезд готов почти. Я сейчас полюбас, двух блоков или одного не хватит, я вообще угорну. А, ну тут больше не хватает. А, даже ай, больше. Губами, прям. Нафиг мне ромашка нужна, убирай ее. Так, чё, карьер, о. А, он проходит нормально, походка есть. Капец, мне кажется, мы немного замахнулись, многовато слишком. Так, чё, двигатель, ой. Да думаю, хорош. Так, все, вода есть в трубе. А, надо железо сплавить, поставить. Ох ты ж, ё-моё, прям сколько здесь идет ресурсов. Единовременно. Так. Блин, нафиг. В сундуке кончилось место. Грустно, да? И золота немножко не хватает. Одного кусочка золота не хватает.
Во, великолепно. Я у тебя возьму его, пожалуй. Ну попробуй возьми. Кусочек золота. И наконец-то попробуй. У меня будет золотой сундук. У меня будет, а не у тебя. Ну, жадина. Шучу. Не обижайся только. Так. Сейчас я быстренько здесь прорисую. О! Блин. Сначала о. Железо не надо. А, нет, это плохо, что земле нет места. Надо придумать что-то для земли еще. Отлично. Наконец-то у меня есть золотой сундук. Да нафиг мне семена эти нужны здесь. О, все. Там мне еще не измеряется, все. Так, прочие ресурсы. Обалдеть, сколько тут, блин, места. Так, это сюда, тоже в сундук. Это в сундук. Сундук тоже в сундук. Так, рамки иди крафти быстро. Пожалуйста, очень блин. Много надо. Сколько тебе рамок надо? Для шиша и больше. Ой, блин. Кожа для этого много. Надо кожи много. У меня вообще нету кожи. Грустно, ничего, ищи. Ага, пошел ты. Иди. Кожу надо достать сначала. А кожа тебе не хочет. Так, кто у меня камень? С меня сделал? Кожу не вздумай сдирать. Себя? Да снял бы с удовольствием, шучу. Значит, не маньяк Чикатило какой-нибудь все-таки. А, картошка же есть для посадки. Я тебе больше скажу. У нас есть семян еще полно. Отлично, наконец-то у меня есть золотой сундук. Такс. Может, поспать стоит? Поддерживаю. Сплю. Да, я тоже. О, скелет костями гремит. Кости хрустят. Кошмар. Надо сделать ступеньки в ад. Так, надо побольше темного дуба мне. Да пожалуйста, древесины или именно? Да, древесины. Тебе не найдется случайно? Эх, жаль, у меня только доски. Ладно, доски придется рубить. Доски надо. Ладно, и рубить придется. Мне надо крышу помочь достроить. О, дуб, смотри, есть. Интересно, у меня весь инструмент сейчас сломается, как думаешь? Не знаю. Я тут сам пока рублю. О, а там еще даже запас прочности большой у меня остался. Че, все что ли? Че, все что ли? 47 штук, обалдеть. Очень спасибо. Ты можешь дать просто. Очень спасибо. Сейчас я буду достраивать. Че, еще надо, нет? Давай вокруг. Не-не, все спасибо. А, отлично. Крипер, вон, сходи, убей, пожалуйста. Опасная штука. Их три целых. А, возле твоего дома. А, нифига себе, он на крыше. Так, а как он на крышу вообще попал? Стоп, Макс, убей его, пожалуйста. Или он, может быть, упадет туда, к тебе? Вот так вот. Выманиваем его. И гасим, да? Толпой. Ой, не так, нельзя так. Очень спасибо, что ты помогаешь мне. Очень, да. Ой, еще крипер. Так. Здесь надо сделать какую-то штуку такую приподнятую, чтобы выход с лестницы был у меня. А нет, здесь... Ой, да блин, крипер! Ой, чуть... Он, блин, вот это повезло сейчас. Крипер чуть карьер не бомбанул. А, жесть вообще. Блин, я не знаю, какой дизайн здесь дома создать как-то. Дизайн. Красивее бы. Дизайн, я так сказать хочу. Так. Карьер работает прекрасно. А если та крыша будет вот так вот куполом сходиться, а это будет вот типа терраса идти у меня. Идея красивая, в принципе.
Не мощно. Да. Бесконец. Так вот, да. Надо здесь будет такой надстройкой ходить на всю крышу, а здесь будет терраса. Да, все. Это гениально. А двери надо в сундук положить. Не такой гениальный, я не могу. Как ты сам себя хвалишь, офигенно. Да. Себя любимого. Ну вот, я о чем и говорю. Золотой сундук, отлично. Жаль, из золотого сундука нельзя сделать. Жаль, нельзя сделать двойной золотой сундук. А еще лучше был бы двойной алмазный. Так, мне нужны. Акация мне нужна снова. Где акация нужна? Очень нужна. Так. Досок у меня полно. Мне нужно сделать из них забор. А ты можешь посмотреть, какие фонарики у нас есть? Какие фонарики? Подвесное что-нибудь такое бы. Желательно. Ну вот из этого, из билдкрафта есть. А, библиокрафт есть. Подвесные. Вот есть библио, посмотри, что-нибудь есть красивого. Фэнси латерн. Правда, для него нужно золото. Хотя есть и железные. Давай железно. Можешь создать их побольше? Так, сначала надо разобраться, как его крафтить. Так, нужна светящаяся пыль, стеклянные панели, ой, факелы, железо. Светящаяся пыль? Да, крафт довольно недешевый. У меня немножко есть совсем пыли этой. У меня где-то тоже, по-моему, валяется. Посмотри. Вот в аду ее очень много можно раздобыть. Я знаю. Ты предлагаешь сейчас в ад идти, что ли? Нет. Надо бы, кстати, сделать в ад ступеньки. Ну вот сделай пока. Как я крышу строю. Я пока акации тут рублю, мне надо из них сделать забор. Так, вот, получается, снова для крыши, получается, подложку, так сказать. Так, еще один рядочек бы и все, и... Великолепно. Думаю, пока хватит. ТПшкаемся домой. ТПшка. Опа. Так, окей, вот так. Вот так. Заборчик. Так, вот получилось тут. Чердак, вот он. Так, слушай, а как ты нигде на эту версию скрафтился, не помнишь? А, кожа, по-моему, и листы, да? Да. Акациевый забор. Надо, блин, нам будет побольше этих книжек еще раз добыть, наколупать где-то. Так, надо еще больше забора. Забора много не бывает, да? Да. Так, и калитку теперь надо. Одну. Где ж тут у нас калитка-то? А зачем тебе калитка нужна? Ну, в забор. А. Одна калитка. Так, во, красота получается по освещению здесь. Блин, много сильно. А, вон ты, а тебе землю же отсыпать придется, не? Сюда, кстати, лестницу, слушай, а сделай огород? Вот до сюда, нет, дальше продолжил бы, и все. Сделал бы просто спуск туда, к воде, и все, ты че? Блин, опять... Можно и спуск сделать, но мне сейчас надо сделать заборчик для дома своего. Закончился забор, надо еще делать.
Так, мне нужно. Так, мне нужны. Так, я за булыжником побежал на карьер, потому что мне нужно сейчас быть много камня. Булыжник у меня до хрена. Давай тогда ты. Стак могу тебе дать. Побольше бы желательно. А я хочу просто сделать еще ступеньки. Мне бы побольше булыжника, если можно просто. Ну, ё-моё, ну как же тебе отказать? Ой, нифига. 11 еще. Из сундука ничего очень не брать. Я ничего не брал, я посмотрел. О, нифига, сколько есть циклопов, смотри, они прям к моему дому приперлись все. Блин, многовато, наверное, палок я сделал. Так, так, заборчик. Ой, камни. Камень есть. Немножко камня совсем у нас есть. Это капец. Так, 56 камня. 57 камня. 57 камня. 57 камня. Это нам дает ступеньки. Еще ступенек дает нам. 36 ступенек. Опа, у меня поножи сломались. Кто? У меня ботинки, кажется, сломались. А, ну что ж, я тебя поздравляю. Да, ботинки сломались. Ой-ой, полсердечко, полсердечко. Блин, это жесть вообще какая-то произошла. Ты видел? Кого? То, что, блядь, произошло. Ты не матернулся? Меня, блин, случайно? Я не матернулся, я сказал, блин. Меня, ну, блин, надеюсь, грохнули только что. А ты не видел этого, кошмар. А, точно, да. Еще и хлеб где-то я потерял. Вот это вот дерево надо зарубить. Что это за дерево такое страшное? А ты можешь, пожалуйста, помочь мне циклопов убрать от моего входа, а? Эй, нет, это уж ты сам разбирайся. Хлеб, где-то у меня хлеб был. Не у них ли случайно? Интересно, сколько блоков надо, чтобы прошел этот? Они прошли циклопы. 4 или 3? Фиг его знает. Сейчас мы с вами и узнаем, детишки. Ага. А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем, блин. Ну не надо бы такого мне поворота событий, пожалуйста. Пожуй листа. Пожуй листа, блин. Хлыста. Хлыста. Ай, надо было еще древесины взять. Ёлки-палки. Что ж я такой-то? Растеряша. Забыл совсем про древесину. Так, предлагаю поспать. Да. Но сначала круг докопать надо этот. Круг. Круг. А, вот он, хлеб. Круг души. Кругище. Так. Мне сейчас надо. Кого? Кого? Ой, что я сделал? Землю копанул случайно. Так, возьму вот этого. Так, все, спать. Секунду. Закладываю дерево тут быстро. Ой, блин. У меня кончилась еда, поэтому мне надо ферму быстрее сделать. Пожалуйста. Быстрее спать, пожалуйста. Сейчас бегу в спальню свою. Сейчас спим, нет? Да. Так, это какая серия у нас уже записывается? 18-я, может быть, я не припомню уже. Скоро будем повышать сложность. Да. Боже, эти циклопы вокруг моего дома кружат до сих пор. Повышать сложность, хотя мы еще не бывали в аду. Наверное, лучше надо было в ад рано сходить. До повышения, мне кажется, сложности. Необходимо было в ад гонять. Да.
Это уж точно. Господи, через зомби, что ли, где-то здесь у меня ошивается в доме. Это вообще грустно. А, ой. Слушай, у тебя не найдется там это стеклянных панелей побольше? Есть. Принеси, пожалуйста, мне к дому. Я хочу кое-что сделать здесь. Сейчас. Мне вот это вот не нравится, кусочки, я от него избавлюсь. Сейчас, секунду. О, великолепие. 21 штука. Есть. Уже неплохо. Так, ты там где? А, то есть. О, неплохо. Неплохое такое строительство дома. Смотри, тебе быстрее, чем у тебя получается. Вот только леса, вот. Строительные леса у тебя менее богаты, чем у меня. А мне что? Мне главное, чтобы их потом быстрее снести и все. Крыша неплохая получается. Ну-ка с этой стороны посмотрим. А у меня даже будет это, как она называется, терраса здесь сверху. Это прекрасно, если уже на ней будет. Я пока подумаю, что на ней будет. Блин, надо будет песка накопать. Ладно, песок у нас есть. Так я вообще с булыжником собирался топать. Так, надо сделать мотыгу. Дайте мне железо. А у меня где-то мотыга была, по-моему. Смотри там в сундуках. Я уже сам сделал. Макс. А, фу, да показалось. Все я уже сделал. Своя собственная охлад мотыга. Кончился. ДГ. Кто? Останавливаем карьер. Кто? Охлаждение кончилось. Охлад. А где же я тебе возьму его? Погоди, сейчас заполняем опять трубу. Карьер перегрелся. А, камень. Опа. Так, надо, мне надо ведро воды взять. Его булыжник можно забрать пока что сюда, с карьера. Сколько здесь булыжника? О, вообще жирно-жирно. Ой, жируем. Ведро не взял. Столько земли у нас будет. Нам надо терраформингом 100% заняться. Блин, зачем я... Ведро-то положил туда, мне железо надо было положить туда. Так, чё? О, вода поступает уже великолепно. О, все, вода появилась. Надо будет потом подзаправить карьер. Все. Так, вода пошла. Блин, надо будет тут земли подзаложить. Неплохой дом замахнулся сделать, да, оказывается. Перещеголять решил тебя. Да. Мне нравится. Похоже на то. А у тебя угля не найдется случайно? Если что. Хотя лава, если что, у нас есть. Свободного нету пока. Не, надо будет сейчас по-другому собрать оттуда. Перещеголять. Конечно, смешная фраза была. Так, вот вообще отсюда надо вот это увидеть. Вот. Все, вот отсюда, вот. Вот так вот. Вот так, вот так. Блин, я не учел. Так, ладно. Перещеголяем мы тебя точно. Мне, можно сказать, 3,5 этажа есть. Почему с половиной? Потому что чердак типа как полэтажа будет у меня считаться. О. Золото бедло. Блин, вот проще бесконечный источник сделать будет. Чего бесконечный источник? Воды? Воды. А то бегать к озеру постоянно задолбался я уже. Так у нас на карьере был, брал бы воду, да и все там. Да туда бежать далеко, я возле фермы сделаю временный источник. А. Ферму? Ты животных будешь разводить наконец-то? Пока это... Растение надо сажать. Ладно. Это вот здесь рядышком... Слушай, это... Тогда давай, наверное, я здесь прям теплицу рядом, прям вот сюда вот. Вот прям по углу твоего... Твоей постройки так вот построю землю. Ну, ладно, ладно. Давай там тогда теплицу сделаем и рядом домик этот. А, мастерскую типа. В которой у нас будет... крафтиться и прочее, все, что нам необходимо. Барахло, да.
Как тебе идея? Нравится уже? Не знаю. Жалко, правда, дом этот сносить. Да, без разницы, новый построим. Тем более мы здесь никто не живем уже почти. Скоро я... Памятная вещь, я бы сказал. Ну, слушай, ты можешь начинать разбирать пока что. Нет, я не... А нет уж и... Перестроим в другом месте. Я тогда сам это разберу. А, все, отличная вода, вода, все заполнилось. Мотыга где моя? Вот мотыга. Надеюсь, к тому времени, как я дострою дом, у меня будет меньше. Эх, да? Грустно, грустно. Знаешь, как бы приходится сносить, надо будет здесь строиться нам. А ты сможешь сейчас траву вот здесь вот всю выпалить, вот эту вот? Ты же можешь это источник воды просто поставить, и вода, трава смоется вся. Надо просто подсолнухи и прочее убрать прямо до берега. Мы будем здесь строить теплицу. Я хочу теплицу огромную здесь построить, на самом деле. Чтобы можно было... А, дерево, дерево это срубить надо сверху. Сруби... Лиз. И землю уберешь, ладно, оттуда, сверху крыши. Эх, ну ладно, главное, чтоб я... А ты там, поди, это, крышу уже разломал? Нет, надо, чтобы ты половину разобрал тоже. То мне как-то надо бы это, чтобы я не упал, пока землю ломал тут. Да не переживай ты. Лопата скоро кончится. А у меня вот кончился топор. Кончил топор у тебя. Кошмар. Кончился топор у меня один. Ой, как здесь много ресурсов. И лопата у меня падает. Скоро закончится. Так, топор закончился, это грустно. Все, отлично. В скобочках все? Нет. Сможешь здесь разобрать стальную крышу? А ты сам не можешь? Я тут фермой немного нет. Занят. А, ну ладно. Попробую тогда. Так, что я хотел? Не помню. Забыл уже. Слушай, надо посмотреть, как крафтится это. Тепличное стекло. Надо заняться все-таки. А я, честно говоря, даже не знаю, как выглядит это тепличное стекло. А ты забей в этот рядом поисковик у нас такой есть. Сейчас надо по картошку посадить мне сначала. Я совсем голодный, мне нечего есть абсолютно. Хлеба даже нет. Кошмар. Что из тыквы бедная сделать дитятка. Можно? Бедная дитятка. А, нет, тыкву не буду я в этом месте садить. Так. Останется только крышу снести, и все, и великолепие готово. Золотое яблоко съем. Ах ты, обжора. Че, шикуешь, да? У меня появилось поглощение и регенерация, которая уже закончилась. Так, я тем временем. Где у меня этот, господи, куда я дел это семена этого? А вот же в инвентаре у меня картошка лежит. Так, картошку надо посадить, и мне много картошки надо, чтобы было. А мне надо камень крафтить. Каменные кирпичики надо скрафтить бы желательно. Чем тут вода, можно же и так пойтись. Так. Так, это великолепно. Дом строится. Оба, у меня лучник в доме. Макс, спасай меня. Какой лучник? А, скелет? Да, кто же еще? Какой этаж только? А он сейчас, по-моему, на крышу полез за мной. Извините. Следом. А он на втором этаже был у меня. А, вот он. Он даже... Ой. Опа. Стак кончился.
Ну что ж, я тебя поздравляю. Камни. Где это? Камни перечить. Делаем рамку. Надо было, короче, знаешь, что сделать? Надо было с кровати сундуки все эти достать из дома и динамит поставить и бомбануть этот дом. Не. Это эпичнее было бы. Ага, и потом сесть закапывать, да? Да, подумаешь. Там немного бы совсем разрушилось бы. Так, я бегу спать. Хотя какой спать? Мы здесь работаем в поте лица. На улице спать будешь? Под открытым небом? Ну, если ты в дом пригласишь к себе, то к тебе приду в гости, конечно. Ну хорошо, могу в дом тебя позвать. Пока временно поживу у тебя. Да. Кстати, это, раз уж это... Ты подожди, не иди в дом. Ты вот что сделай. Что сделай? Ты по тому проходу пройди. Ну ладно, погнали. Интересно, ты как-то по координатам выверялся, чтобы пройти? Нет, по мини-карте смотрел. А, ты по мини-карте копался? Боже, лабиринты капец, конечно, у тебя вышли. Как далеко идти? Что так далеко идти-то? Ну а как по-другому? А, Макс, ты под карьером копнул. Ты в курсе сейчас карьер, когда дойдет сюда, выработкой? По-моему, а он, по-моему, не за пределами карьеры находится, разве нет? Ну, я это не сказал. По-моему... О, я здесь поселюсь временно, но ладно. Да. Спокойной ночи. Ага. С хлебом в руке, блин. Гостевая. Спим. Так, ну чё? Серия, мне кажется, к финалу подходит уже. Да, кстати, так. Как там картошка моя растет? Да хватит закрывать двери. Оп. Косой скелет. А, даже убивать не пришлось его. Мне нужна эта мука костяная. Временно, чтобы собрать картошку, которая мне хотя бы, чтобы мне еда хоть была. Макс, ты это, здесь ресурсы свои, если что, собирай, ладно, не спеша. Да. А то я пока здесь сейчас застраивать начинаю, выводить уже вровень. Потом берегом займемся, может быть, как-нибудь. Будет времечко, если... Так, ну, в ту высоту начинаем, надо выставляться здесь. Блин, слушай, а из ромашек можно было краситель получать, не? Наверное, может быть, но не помню. Блин, а зачем я потратил весь этот картофель на посадку? Не кричи так громко. Мне же еду надо было. Часть картофеля. Планы. У меня в сун... А, вот кости. Я сейчас еще костяные муки сделаю. А, я думал, это на берегу твоя картошка. А это морковка оказалась, даже не твоя. Я собрал. Блин, а прикинь, если можно было бы в аду строить карьер? Наверное, можно, только там это будет непросто, потому что пока ты его там будешь строить, на тебя монстры там нападут. А подожди, а как ты его построишь? Там же нельзя использовать воду. Во-во. А, то есть без охлаждения получится. А нет, охлаждение только если заправлять вручную, по сути.
Там охлаждения Блин, никакого слушай, быть не может. Откуда динамит? Интересно. Откуда у тебя динамит? Так я в данже вообще-то был. А. Что, не помнишь? Я уже забрал, думал, я уже думал, ты чё взрывать собрался? Я с данжи забрал тогда. Так, а чё я сделать хотел? Ты хотел взять землю тоже начать заравнивать, мне кажется. Нет. Я хотел что-то... Не хочешь акацию срубить свою? Где? Возле меня прям. А, сейчас. Просто спросил, не хочешь? Пересажу куда-нибудь потом. Пересажу. То я пересажу, это, наверное, не пересажу, да? Пересажу, пересажу. Прикинь, сколько, да, сейчас засыпать надо будет, если яму эту, чтобы хотя бы теплицу отстроить можно было. Фух. Эх, прощай, наш старый дом, блин. Да, чё ты кипишуешь? У нас здесь зато будет много чего нового. Жарим, зато у меня теперь будет жареная картошка. Печёная, может, а не жареная? Да неважно. Уже неважно, да, дома нет, картошки нет. Картошка есть. Ты можешь убрать траву, если чё? Где трава? А. Ну вот здесь так-то. В этом квадрате обозначенном все. Только тебе надо, чтобы ты в том квадратике убрал бы траву. В каком том? Ну вообще-то там отделил я уже тот квадрат тоже подосыпал. А, блин, мне нужна вода. А, у меня есть она в инвентаре. Если что, у меня там в сундуках есть два ведра. У меня есть ведро. Так, и когда мы будем к серокулическому окончанию подводить? Сейчас уберем траву и закончим. Предлагаю в следующей серии попробовать пойти в ад. Хотя нет, у нас нечего броню делать нормально. Ну из железа можно. Возможно. Я также из реалмита часть могу сделать. Прикольно. Интересно, мне что-нибудь достанется? Ну, это мой реалмит. Значит, не достанется. Вообще-то я реалмит вместе с тобой как-то копал. И складывал. По-моему, мы его разделили с тобой. Нет, я к тебе перенес вот последний раз 18 штук еще накапал. Ну и то там 15 штук, и там на всю броню не хватит. У меня 17 штук сейчас всего есть. Ну вот. Ну у тебя может быть. А сколько у тебя есть реалмита? Я же говорю 15. А, у тебя 15. Ладно, давайте. Еще. Насчет этого в следующей серии, короче. А пока что всем спасибо за просмотр. С вас Кос Пизды, с нас эпичный видос. Подписывайтесь на стримовский канал, логовый канал, Спадиру ВКонтакте. Всем пока. Пока.